сегодня решили приехать в Малинчев. Это такой санаторий, недалеко также от Люблина находится. Здесь люди и отдыхают, и можно подлечиться. Разные есть услуги и массаж. Ну и также очень много людей приезжает просто отдохнуть в парке. А вот здесь вот указаны, какие можно здесь получить услуги. Вот люкс-медстраховка, стоматология, ну и все тому подобное. Пойдем погуляем по территории. Здесь просто отельчик, где можно пожить. И вот сейчас мы в этом кафе выпьем кофе. Людей еще мало, наверное, постояльцы еще на процедурах, а приезжие еще не успели приехать, такие как мы. Еще только 10 утра. Это один из корпусов, по-моему, для каких-то процедур. Гидротерапия, да. Это вот бассейн, тренажерный зал там есть, судя по всему. Здесь, скорее всего, вот здесь вот есть костел, там служба сейчас идет, такие электрокары. Вышли на такую полянку, здесь по центру есть мороженое, разные сладости продаются, озеро с лебедями. А мы, кстати, в прошлом году, когда здесь были, там стоят еще где-то автоматы с кормом для уточек. Они уже приучены, что их кормят. По одному злотому вот такой автомат есть, но у нас только крупные монетки. Ну, гоняют друг друга, голодные бедняжки. Ой, лапочки такие холодные, да, на. Лапочка такая. Кушай, 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 кушай. Водички не хватает.
Да. А вот здесь есть павильон с минеральной водой. Ну, мы сегодня не будем туда заходить, мы уже там были не один раз. Там три разновидности есть водички, которую можно попить. Очень интересно так. Вообще на территории, как будто где-то на курорте каком-то выехал. Такое ощущение приятное. Большая территория, парк такой красивый. И что очень хорошо, еще людей немного. Так, пойдем еще дальше на территорию, да? Дерево так интересно растет прямо в воду. Я же все хожу с кормом. Хочу лебедя покормить. Чувствую, что придется сейчас возвращаться и просто отдать этот корм уточкам. Если мы лебедей не поймаем поближе. Ага. Ой. Классно. А вот и лебеди. Сейчас мы обойдем, да. Да нет, тут высоко. Я не покормлю так. А как мне к вам подобраться? Ну, давайте, ну, пожалуйста. Ой, давай. Классно. Кусается? Сейчас мы попробуем еще разменять монетки и купить корм для лебедей. У нас еще есть один злотый. Сейчас мы вас покажем. Так, не драться. А вот еще еда пришла. Щипают они за руку так больно. Еще один корпус. Вот такая замечательная прогулка.